член движения 5165, преподаватель Минуас Агаманян, во время митинга на площади Франции, выразила мнение, что власти Армении хотят изменить конституцию в угоду Турции, выполнив поставленные ею предварительные условия. Есть обоснованные сомнения в том, что целью конституционных поправок является изменение или изъятие преамбулы Конституции Армении, так как эта преамбула относится к Декларации о независимости 1990 года. В 11 пункте, который говорится «Западная Армения». «Это как кость в горле Турции», — сказал Сагаманян. По его словам, власти Армении, не решив многих нерешенных вопросов, продолжают говорить о нормализации отношений с Турцией, выполняя другие поставленные ею предварительные условия. Хотя власти Армении заявляют, что собираются нормализовать отношения без предварительных условий, на самом деле два из трех предусловий, поставленных Турцией, уже выполнены. Сначала подписав, передали Карабах. Обязались признать Карабах частью Азербайджана. Во-вторых, признание и осуждение геноцида армян снято с внешнеполитической повестки Армении. По словам Минуа Сагаманяна, третьим предварительным условием, выдвинутым Турцией, являются вышеупомянутые конституционные изменения. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.